Здесь я не хочу там какие-то популистские высказывания, там у нас все супер. В целом индустрия развлечений, естественно, чувствует на себе ну, некие изменения. Да, шоу-бизнес – это прямое отражение жизни в стране. И пословица там, «римское хлеб и зрелищ народу» – она и есть актуальна. Если у народа есть хлеб, то ему подавай зрелище. Когда люди начинают экономить в целях пропитания, то ему не для зрелища. И, естественно, мы чувствуем кризис, мы чувствуем некую напряженность в потоке людей, но это связано исключительно с финансовым положением в стране. И мы здесь абсолютно не одиноки. Я общаюсь со всеми своими коллегами по всем сферам культуры. Это и эстрада, и театр, и кинотеатры, и спортивные развлечения. Да, все чувствуют, что народ стал, ну, тяжелее ходить. Желание меньше не стало, а возможности стали меньше.